В воскресенье в Самарской области на небе тучи, местами осадки в виде дождя и снега. 0 плюс 2 градуса днем, ночью 1-3 ниже 0. Южный ветер, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани облачно, пройдет небольшой снег с дождем. Дневное время плюс 1, ночью 0 градусов. Южный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно с прояснениями. Днем нулевая температура, ночью 1 градус ниже 0. Южный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, возможен снег с дождем. Днем 0 градусов, ночью 2 ниже 0. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.